Здоров, чувак. Мы с тобой говорили. Добрый день, товарищ. В трубах нет топлива. Подсоедини насос, чтобы мы могли заняться термической обработкой. И отправляйся к трубопроводу. Все, иди сюда, труба. Давай, 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 давай. Есть. Собрали. Теперь вот эту. Оп, есть. Вроде подключились, но они так болтаются странно, блин. Я понял, зачем мне нужна вот эта штука, которая лифт. Давай, пошли. Пошли, кругленькая. Как там зацепилось-то? Смотри, как у нас паутина тянется. Привет, ребята, с вами Моби, и мы продолжаем проходить игрушку WebBet. Не прошло и полгода, выходит вторая серия. Итак, я понял, что мне тут нужно сделать. Просто можно шестереночку-то эту затащить за собой, когда мы уже находимся наверху. То есть вот так, опа. А, и она еще и там прилипшая, серьезно? Ну-ка, стрелили, все, погнали. Да чтоб тебя. Шестереночка, поехали. Поехали, шестереночка. Ты мне нужна. Давай, давай. Ну, как тебя затащить-то? Ты задолбала. Тяжелая, зараза. О, все. Теперь эту штуку отстреливаем. И вот эту тоже отстреливаем. Давай. Надеюсь, тебя надо было сюда. Вроде как не должно было быть, наверное, где-то далеко. Не, я-то не могу ее затащить, короче. Надо строить все-таки паутину. Так, вот сейчас должно получиться. Иди сюда. Е-е-е! Да, крутяк. О, лифт заработал. И все, ради этого я все делал. Нафига это надо было? Еще одна шестереночка, окей. Ай! Не надо, не надо. Вот сюда попробуем сейчас затащить. Давайте сразу построимся, наверное. Ну, пусть вот так. Окей. Ну, и вот здесь тоже. Ну, и как-нибудь вот так. Нет. Нет! Чувак, здорово, конечно, но мне, блин, некогда пока что. А-а-а. Ладно, целимся в шестереночку. Оу! Я, конечно, попал! Я, блин, молодец! Так, держимся, держимся, держимся. Окей, затащил. Супер. Теперь... Да, блин. Теперь ты отсюда уйди. Ты... Да она тяжелая, просто нереально. Короче, видимо, на паутине. А вообще, че я мучаюсь-то? Погнали вот сюда. Давай, залазь. Я заметил так... Да что такое-то? Я заметил такой прикол, что когда мы на паутине, у нас получается более прочное такое соединение. Ой, эту фигню мы подняли зачем-то, не знаю. Почему я не могу? Почему у меня в шестеренку цепляется она? Видимо, расстояние слишком длинное получается. Так, окей. Когда я нахожусь на паутине, я более устойчивый и я не соскальзываю. Так, давай, иди сюда. Иди сюда, шестереночка. Ну, давай, давай, давай. Ну, да как тебя затащить-то? Да ёлки-палки. Давай, с разгона. Вот же проблема, блин. Может...
Может, эту шестеренку, она же, по-моему, здесь лежит вообще. Я сейчас вот пытаюсь затащить куда. Ну что такое? Ладно, падай, фиг с тобой. Надо ее как-то раскачать, видимо. О! Идеально. Это у нас вот сюда. Эту штуку запустили. Ты куда поехала-то? Так, ладно, фиг с ним. Что, паутину будем убирать? Не будем. Ладно, шестеренки работают. Здоров, чувак. Мы с тобой говорили. Добрый день, товарищ. В трубах нет топлива. Подсоедини насос, чтобы мы могли заняться термической обработкой. И отправляйся к трубопроводу. Так, мне теперь понять, где этот трубопровод находится. Где-то, наверное, вот здесь, что ли? Как мне пометить? Никак. Короче, идем направо. Опс, не туда, наверное, поверху пойдем. Что у нас тут? Вот он, трубопровод. Так, а здесь придется строить. Держись, чувак. А хотя можно и так. Я же здесь был. Что-то я, по-моему, в самом начале пропустил кучу всего. Ну что у нас тут происходит такое? Что-то сюда надо, короче, притащить. Может, шестеренку? О, народ, привет! А мы с вами поговорить не можем, да? Обидно. А, я ж получается... Да, вот у нас это... Да-да-да, вот с этим чуваком я пытался поговорить в прошлый раз, но у меня ничего не вышло. Давай все-таки поговорим. Я уже выдала тебе ценный список заданий. Я понял, что ты выдала. Что ты тут прохлаждаешься? Ну я как бы мимо шел, вроде. О, еще чувак какой-то по потолку бежит. Так, о, трубопровод. Да. Чуваки, с кем поговорить мне? С кем тут можно поговорить? С тобой? Нет, с тобой нельзя. Ну ладно, погнали в трубопровод. Налаживать. Так, опа. Опа. Что мне надо? О, снова шестереночка. Так. Окей, шестереночку где-то надо найти. Но она не должна быть далеко, наверное. О, там шипы. Какой-то мостик непробиваемый. Так. Тут тоже шипы. Эть. Погнали. Так, а там наверх... Ну-ка, погоди. Там по... А. Вот, слева что-то. А, блин, я ж тут был уже. Так, давай, погнали туда. А здесь тупик. Да ё-моё. Как так-то? Ладно, погнали тогда сюда. Что у нас тут? Ух ты. А, что происходит? Ты кто такой? Ай! Оползень становится опасным! Я пыталась починить электростанцию, чтобы запустить насосы. Но поскользнулась и упала. Можешь подать мне жвалу? Чего тебе подать? Ты серьезно мне оттуда ее тащить, эту фигню? Или что, тебе что-то другое надо? А, типа это, помоги мне забраться, что ли? Ой, я... Мы застряли. Короче, надо ее как-то поднять наверх. Или кто она? За эту фигню мы не цепляемся, серьезно. Вот здесь какая-то опасная фигня. Придется строить паутинку. А, за эту штуку-то мы не можем. Ладно, наверное, придется отсюда ее вытаскивать.
где ты там? Ай! Все, погнали! Погнали! Давай! Ползем! Сопротивляется! Ты что сопротивляешься-то нафига? Сюда вообще никак. Ну давай, погнали! Ты вредный какой-то муравей, Тебе нужна моя помощь или как? Погнали! О! Конец-то! Ну идем же! Ты! Ты странный какой-то муравей. Ладно, фиг с ним. Пошли тогда мы вот сюда. Ух, опасненько. Давай. Не успел. Так, а если... Да. Что-то мы включили. О! Что я нашел? Там стопудово у нас эта штука. Да-да-да, личинка. Ням. Надеюсь, это еда. Так, а здесь у нас закрыто. А может, мы закрыли этот проход? Понятно. Короче, мне надо муравья, видимо, сюда протащить, что ли, или чё? Может, вот сюда надо было? Тебе сюда надо было, чувак? Спасибо, ты настоящий друг. Осталось только придумать, как починить этот редуктор. О, да. И как? Думать-то начинаю уже. О, смотри, куда я залез. Смотри, куда я попал. Ням. Я куда-то Я все-таки залез, елки-палки, смотри. Шестереночка, стоять. Бояться. Ну-ка, не надо туда, не катись. Так, можем еще наверх куда-то. Вот это я даю. Что у нас тут происходит? Так, ой. Короче, надо эту шестеренку спустить все-таки к этому чуваку. Да нет, не ты, вот ты. Давай, пойдешь со мной. Тихо! Горки! Ай! Скользкие, сопливые горки! Смотри, что я нашел, чувак! Ну! Шестереночка, давай! Как я в прошлый раз попадал! Эть. Ну! Ай, не тебя я хотел подцепить.
Ну почти. О. Так, что-то запустилось. А что запустилось, чувак? Что мы запустили, скажи? Ты настоящий друг. А, ты как бы я все тебе полностью помог, что ли, или что? Ай. Может, ты мне поможешь теперь вот этот рычаг подергаешь, а, чувак? Если мы с тобой пройдем. Блин. Пошли со мной, чувак. Давай, мне твоя помощь нужна теперь. Твоя очередь помогать. Пошли, говорю! Смотри, он идет в обратную сторону, ты офигел, что ли? Пошли, мне помощь нужна, говорю. Спасибо тебе. А тебе не спасибо, ты нифига не друг, пошли. Ой, гаденыш. Ну и ладно, короче. Пошел я, значит, отсюда куда-нибудь. Вот сюда. Вау, намотался как. Что это такое? Камень просто? Так, погнали вот сюда. А, мы вот опустили. Так, нужно... Оу. Видимо, игра к такому была не готова. Что-то у меня игруха, короче, жутко глюканула. Но у нас открылся, тут этот мостик опустился. Погнали. Погнали за топливом. Блин, здесь пипец, какие лабиринты. Так, что, можем сюда просочиться? Пошли, наверное, сначала... О, я вижу секреточку. По-моему, я где-то эту штуку еще не собрал. Или собрал. Личинку. Так, 8. Сколько надо было? Во! Вот эту трубу надо стопудово вот сюда поставить. Значит, что? Запрыгиваем вот сюда. И сейчас пытаемся ее зацепить. Да блин. Все, иди сюда, труба. Давай, 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 давай. Есть. Собрали. Что-то мы тут собрали. Ладно, погнали вниз тогда. То есть, в принципе, без разницы, каким путем бы мы пошли, мы бы все равно в одно место пришли. О, еще личиночка. Приветик. Что, вот эти штуки надо соединить? Да, 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 вижу, вижу. Только это, местами немножко поменялись. Вот эту, короче, надо наверх. Да, ёлы-палы. Так, это сюда. А это вот сюда. Тьфу ты! Надо было тогда их местами поменять. Сначала нижнюю, короче. Сначала вот эту. Давай, 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 давай. Болтаются такие кишки, блин. А вам же, в принципе, без разницы, да? Наверное. Вот эта паутина-то. Оп, есть. Теперь вот эту. Оп, есть. Вроде подключились, но они так болтаются странно, блин. Что просто пипец. Там у нас что-то течет.
Научился мостики строить, аллилуйя. О, еще секреточка. Так. Тут даже две! Две личиночки. Опа. Что-то я включил, ага. А это вниз, да, получается? Да. Да ладно, паутину-то залезть! Там шестереночка, смотри. Сколько здесь шестереночек-то? Я понял, зачем мне нужна вот эта штука, которая лифт. Так, сюда поставили. Ну, не-не-не, не укатывайся только. Иди сюда. Иди, говорю, сюда. Шестереночки. Да ёперный театр. А, и наверху там, по-моему, да? По-моему, наверху еще шестеренка одна. Вот она, да-да-да-да-да-да. Окей, погнали. Едем. Да нет. Все, что ли? Дальше сам, типа. Ну. Хорошо, что она здесь не пролазит. Смотри, чё. Ну, в принципе, я понял, как их вставлять сюда. Надо просто по вертикали раскачивать так. И она у нас нормально залетает. Здесь так. Ну и здесь, наверное, так же примерно. Ну или как-нибудь вот так. Ну еще вот здесь вот так. Опа. Теперь отсюда хватаем. И качаем. Но, правда, она не по вертикали у нас вообще летает сейчас. Сейчас подождем, пока она устаканится. Ну чуть-чуть же. Ой, козлина. Она вот еще растягивается на непонятное расстояние. Блин, меня бы она еще не упиралась, было бы просто отлично. Что такое? Шестереночка. Давай же. Ну почти. Почти. Давай, давай, давай. Давай. Эть. Да, попали. Теперь эту. Какую систему сложную создали? Нафига вам это надо? Музыкальная паутина, ёлы-палы. Почти. Давай, вставай, говорю. Есть, попали. Фух. Теперь нужно как-то запустить эту штуку. А, она же еще здесь, смотри. Во, кнопочка эта запускается, окей. Давай, пошли. Пошли, кругленькая. Как там зацепилось-то? Смотри, как у нас паутина тянется. Да, хе-хе-хе, жесть. Ой, жесть. Ну все. Ну, ё-моё. Эть! Да. Сейчас жмякаем кнопочку. Сначала вот это все отстрелим нафиг. Че, у нас все запустилось? Я там вроде собрал. Интересно, как себя ведут сейчас трубы?
просачиваемся. А, не просачиваемся, что ли? О, высосало, смотри, топливо. Крутяк, наверное, и там сейчас везде такая же фигня. Здесь у нас пошел процесс, смотри. Оу. Я, наверное, с другой стороны лучше пойду. А здесь они лучше, нифига, какие-то поршни. Ай! Блин. Есть. Так, здесь у нас собрано. Нет! Может, здесь тогда? О, здесь... Здесь... Нет, здесь вообще без вариантов, мне кажется. Там что-то куда-то вниз. Муравьи, блин, спасайте меня теперь! А, не, не надо. Чуваки, я пошутил. Так, а слева что у нас было? Стрелочка какая-то показывает. А, здесь у нас личинка была, точно. Иха! Ай, здесь шипы. Точно, а в самом низу-то я не был, может там что-то интересное есть? Там что-то есть, реально. Эта штука ездит туда-сюда. А мы пока танцуем. Нам делать нечего. Топливо. Что там? Задание-то. Прикрепить ноги мехмуру. В смысле ноги мехмуру. Ключички. Опасненько. О, дверь какая-то. Ёлы-палы. Куда я попал? Какое-то бревно. Наверное, оно нам надо? Блин, ребятки, я вообще в какие-то дебри ушел совсем. Скорее всего, это бревно на кнопку надо поставить. Ну и на этом, ребят, сегодня все. Вот такой видосик получился. Если вам понравился, то ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.